Где Витя? Вот знаешь, вот эти большие буквы, я прям читаю этот тон. Где Витя? Она уже устала спрашивать, где он? Я здесь. Так. Я здесь. И сейчас еще один голос. Такой часто звук из толчка, знаешь, как... Да-да-да-да. Я здесь. Сэха. У тебя слюна на телефон вылезла, да? Ой, I'm sorry. Бывает. I'm sorry, I'm glad. I'm glad. Если вы вместе с Валерой, то логично ехать в компании друзей и с ним. Если нет, то сын Зевса. Да почему сразу он? Почему меня всегда ассоциируют с Ромой? Не понимаю. Реально, мне прям интересно. Запустили такую. Нет, так на проекте всегда даже спрашивали. Ой, точнее, не спрашивали, какое-то мнение. Значит, тебя хотят видеть с Романом Гриценко или же Захаром. Но других вариантов. А, да? Ну, ладно. Куда ты собираешься? К сыну Зевса. Ты сейчас наговоришь, и люди подумают, что это реально правда. Так, потому что они пишут на эту тему, а я ее подхватываю. Все, а потом поорать можно, да. А потом они же сами будут в пабликах писать, что ты готовилась к свиданию. А так и будет. Да. Ну и что? Валера, привет. Привет. А как он тебе пишет сообщение и одновременно смотрит эфир? Такой ты вот сумасшедшая в хорошем смысле этого слова. Спасибо. Спасибо. Что наносишь? Что ты... А, это мне в глаз. Что ты сейчас наносишь? Консилер. Ты у меня не тычь только. Консилер. Сухой. Сухой. Уточнение. Подсушенный. Да. О! Это Валера сейчас эфир, да, смотрит? О, Валер, видела видео, как ты грустил по мне, когда тебе очень плохо было, ты знаешь? Ой, хорошо танцуешь. Только, к сожалению, девочку не увидела, симпатичная или нет. У тебя так случилось, что ты... Ой, начинается. Есть татуировки? Валера смотрит и передает привет и просит исполнить песню «Йома Сол». Аки печально, вот это «Дрима Сол». Не консилер, а корректор, поняла? Алло, ты видела? Я сейчас прям этим тоном прочитаю. Не консилер, а корректор. Алло! А почему нет запятой перед «а»? А что ты делаешь? Я хочу... А это что? Размаживать? Размаживать. Размаживать хочу тебе вот это... О, я стала чуть посимпатичнее. Ну, слегка. Ну, не то, что... Да не живет она у Тани, приехала на 4 дня. Слушай, люди все знают, да? Я просто приехала в гости. Я сейчас живу у тети, я приехала к Тане в гости. Может, на ночь сегодня останусь. Она живет у меня, она пиздит, как дышит. Она дышит часто. Она здесь уже неделю торчит. Ребят, вот сейчас я клянусь прямо. Я не знаю, зачем она это говорит. Она, может, стесняется этого. Но это было вранье только что. Я по своим историям, по датам могу доказать. Врет, не могу прям. Ага, кто из нас еще специально сейчас так говорит. Угу. Угу. Не хочет, чтобы я уезжала. Охренела, что ли? Сейчас поедешь. А зачем красишься на ночь? Вот, если честно, я сижу такая, думаю, вот чем бы заняться? Тут подходит ко мне моя подруга и говорит, слушай, давай я тебя накрашу. Открой наверх. Вы классные девчонки, желаю вам огромного счастья. Спасибо вам большое. Вот его прям катастрофически... Катастрофически не хватает. Еще раз наверх посмотри. Да сколько можно наверх смотреть? Там ничего не интересно. Сколько нужно? Ладно, молчи. Еще раз. Ой, у меня шея такая длинная. Еще раз наверх посмотри, пожалуйста. Чтобы мне было видно. Да сколько? Я уже устала, затекла шея.
Я тебе больше никогда красить не буду, когда ты меня попросишь. Ну, потому что мне так неудобно. Я скажу, у меня все затекло. Где Валера? А, вы можете написать Валере в директ и спросить. Валера, ты где? Я думаю, он вам ответит. Что с глазами, ревела, что ли? Нет, это просто Таня решила красный. Блин, на самом деле я очень много смеюсь, и мне кажется, люди думают, что я дурочка. Ир, дело не в том, что ты смеешься, ты просто дурочка, а то, что ты смеешься, это как бы на твой только плюс. Наверх. Наверх посмотри, господи, какая же ты тупая. Я комментарии читаю, мне интересно. Ну ты можешь наверх посмотреть? Ах ты сука. Смотрите на нее. Это звезда не накрашенная. Угу. Будешь еще орать. Будешь еще орать? Переверну камеру. Покажу. Покажу всем. Будешь еще орать, ты будешь ходить всю жизнь страшная. Все, поняла. Молчу. Наверх. Наверх. Ир, глаза, не голову. Ой, какая шея ужасная. Да я хотя бы волосами прикрою. Еще раз. Че у тебя одна торчит волосина? Это что такое происходит с ним? А это так модно? Не высовывать из этикеток. Какая тебе разница? Большая. Я хочу, чтобы меня профессионал красил. Так я тебя, блин, новыми... Ой. Новыми. Раздеваешься уже? Я тебя новыми кисточками крашу. Новыми. Что у нас сегодня с языком? Мы просто с ЦУМа приехали устали. С кого? С ЦУМа? А, ой, сегодня были в ЦУМе. Пора уже ездить на садовод. Устали так? Страшно. Ну там это... Как? Пилимплейн? Не, Пилип... Как она сказала? Пилиплейн. Пилиплейн. А, что мы еще сегодня купили? Гуччи там. Ив Сен Лорен. Кто там есть еще? Закрой на секунду. Только так. И это Биг Мак. Блин, что ты хотел Биг Мак? Тебе нельзя. Обкурено. Вот, пожалуйста, да. Танюша, что с губами? Сдула я их, отстань. Сдула Таня. Таня за естественность. Это моя больная тема. Я прошу на тему губ вообще со мной не общаться. Ближайшие 2 недели. Таня, нет, не левша. Это вам так кажется, наверное. Ну да, это как где кольцо. Когда я это правая рука, они думают, что это левая. Ну, они да. Мне говорят, а ты что, левша? Ну, если просто на селфи снимать туда. Так. Ты же беременна, тебе нельзя есть Биг Мак. Да. Это ее расстраивает. Не, я, да. Не напоминает. Она только задумалась о Биг Маке. А вот ну, а что, теперь вообще ничего не есть, что ли? Если беременна. И мы так миллион очень быстро наберем. За один день. Фу. Да, были наручены волосы. Кто беременная? Я. Что за мегасексуальный голос? Я беременна. Ты можешь туда смотреть. Ты ушла с проекта? Да, на сохранение. Женщина вместе с тобой плачет, она разделила твое горе. Ира, мать-одиночка. Дурочка, неправда. Все хорошо, я не мать-одиночка. А кто отец? Кто, кто? Я же твоя подписчица, просто. Ты же помнишь? Что? Совсем сладит. Что-то случилось? Понял. Завтра весь интернет про это напишет. Ой, ну, пусть пишет правду.
только правду. Я только устала от Джорда. Я так устала от Джорда и прессы. Она от какого-то Джордана устала, наверное, беременна. Или она от какого-то иностранца. Почему она так прет? Я не могу. Его зовут Джордан. Джордан, это же американская это, да, команда, да? Ой, Джордан, подожди, или это... Да, это американская команда, да? А как же предложение Валеры? С баранкой или какое? Что? Какая баранка? Предложение только после рождения ребенка. Ира, ты сейчас дохнешь, сладко. А где я? Да не беременная, Таня, все, успокойтесь. Как это я не беременна? Ты почему скрываешь мою беременность? Я сейчас твое лицо покажу. Беременные не могут ходить с такими лицами. Очень даже могут. Опять наверх? Ой, баскетболисты, да. Ой, точно, баскетболист, черт. Мне сейчас стыдно. Почему стыдно? Ты же девочка, ладно? Ты... А, ну да, ну я далека от спорта, простите, пожалуйста. Какая длина волос, по-моему, 70. Зачем ездила к родным Валере? Ага. Я не хочу домой. Ага. Это было за ага. Ира, ты подходишь за... Ага. Ты подходишь и уходишь. Куда бить удели? На органы сдали. Господи, как это мило. Ну, тупой вопрос, но где Витя? Наверх. Опять наверх. Сейчас у меня уже глаза устали наверх смотреть. Ну, простите. Наверх. Согласна. Жизнерадостная. Ну, такое себе. Вне периметра, да. Закроешь. Меня, кстати, Таня отправляет уже который день на поляну, но я не хочу ехать. А что вот ты меня сейчас накрасишь, а что мне потом с этим делать? Спать ложиться? Я теперь буду сидеть до утра вот так вот, просто в одну точку смотреть. Чтоб на завтра макияж сохранить. Ну да. Это придется сейчас на свидание ехать. Нет, ну давай. Есть свидание в одного? Это как? Не знаю. Одиночное свидание? Наверное, нет. Но ты богиня. Таня с Витей снимает квартиру или... Да, снимают. Я вот уже хочу 70. Ну, первый раз неудобно, а второй раз вроде как удобно. А вы когда-нибудь бывает сейчас посерьезнее? Уже как-то не смешно. Нет, не бывает. Ты хотела убрать губы, но потом... Нет, ну, я потом буду убирать. Я записала. Я записалась на 3 число. Каким цветом красишь волосы? Черным. Я давно... Ты опять этим кремовым цветом меня красишь? Нет. Он какой-то понос. Да это не тот. Ну, а как будто тот. Посмотри, он тоже ржавчиной какой-то отдает. Блин, ну у меня он так не отдает. Вот это... То есть ты хочешь сказать, что дело во мне? Да. Понятно. Скажите же, не очень цвет. Вы задолбёшь. Кто из нас визажист? Давай, блин. Клиент сидит. Клиент должен уйти довольным. Куда? Исправляй. Ты никуда не уйдешь, как рот большой у тебя. Это наоборот плюс, кстати. Заколебали, посмотри, что у меня рот большой. Это для тебя плюс? Ир. Для меня единственный на моменте минус. Это в плане зубного, и все. Если ты будешь дергаться, я тебе опять накрашу зубы. Ну, повернись туда. Ира, почему ты не на поляне? А, потому что у меня отпуск. Нет, но если еще и разговаривать будешь, то это наглость. Ир, не убирай губы. Первый человек, который это написал. Ладно, давай, все. Идиот? Я серьезно, давай.
Я уже научилась на тебя не реагировать. Я вижу. Как ухаживаешь за... Что, я даже сообщение не могу читать. Я не ухаживаю вообще за кожей. Иногда только резко. Она даже не моется. Нет, мыться его люблю. Но не всегда. То есть отныне у нас визажисты именно так красят губы, да? Ты просто втыкаешь, мне неудобно. Прикинь, пришла к визажисту, приобняла, как мамочка. Иди за этим. В объятия взяла. Больно колоть губы. Мне вкалывали обезбол в десну. Цвет волос натуральный или красишь? Крашу. Какую программу пользуешься? Дорогие фотографии. Lightroom. Почему мы должны давать голову? Ой, что это за красивая девчонка сидит тут в прямом эфире. Слушай, а почему у тебя быть такой всегда симпатичный? Здрасте. На свет надо вот так повернуться. Да тут выйди, придурок наш. Ой, я тебе красивая. У тебя ресницы всегда грязнятся сильно. Тебе надо их хорошо вымывать. Ой, как всегда, очень круто накрасила. Как баун. Посмотри. Блин, реально, мне очень нравится. Ой, все, я теперь не буду спать ложиться. Ой, как красиво. Ой. Я когда посмотрела на себя в зеркало, я себя не узнала, Тань. У тебя такие золотые руки. У тебя такой талант преображать людей. Дорогие зрители, если вы хотите также научиться красить людей, как Татьяна Мусульбес, хотела ее только что показать, но не буду, приходите на ее курсы. Она не в презентабельном виде. Да. Если хотите выглядеть так, как Таня, боюсь, никто не придет. Да, я думаю. Ой, реально мне нравится. Я думала, что не очень будет смотреться. Ой, как красиво. Ой, ну что за красивая девчонка сидит в прямом эфире. Если б не твои золотые ручки. Ой. Реально красиво, ладно, все, будем серьезнее. Сережки очень редко люблю носить. Зачем губы накачала? Чтоб ты сидела в прямом эфире и спрашивала, зачем я губы накачала? Блин, вот такой тупой вопрос. Вот настолько... Когда вы задаете зачем? Такой вопрос, да, на какой ответ вы рассчитываете? Зачем ты накачала губы? Зачем? Наверное, потому что захотела накачать. Зачем ты себе там сделала грудь? Вот зачем? А вот зачем? А вот, наверное, потому что захотела себе грудь, блядь. Но об этом никто не думает, что человек может просто захотеть и сделать. Это очень тяжело. Невозможно догадаться, да. Нравится макияж? Нравится? Угу. Ой, как мне нравится. Реально, а как теперь спать ложиться? И причем ты быстро меня накрасила? Какая Татюша у меня молодец. Все, я теперь фоткаться буду. На, прямой эфир свой. Как же я теперь не пофоткаюсь? Ну, попрощаюсь с людьми, я же не могу себя показать. Ребятушки, я вас всех люблю, целую. Моя ручка. Дорогие зрители. Ручка визажиста. А я просто симпатичная.
сегодня. Пока. До свидания. Все, сохрани. Только так, стой. Сука. Да я сохраню. Как выйти с него? Так хорошо попрощались с людьми, а теперь как? О!